Всем привет, с вами Смешновки, Айслейд, Булкин, Щербинин. Я желтенький, Булкин синенький, Щербинин красненький. Все готовы? Всем привет, аллилуйя. Щербинин, ну вас, Червяков? Щербинин не здоровается. Нажми на себя. Не здоровается. Щербинин не здоровается. Щербинин не здоров, я бы сказал. Я бы сказал то, что... Пока, ну, настоящие копы. Булкин, приготовься, пожалуйста, быстрее. Я готов уже так, как вы не готовы. Потому что сейчас не вылетел ничего. Какая трасса? Трасса? Лагуна Сетла. 95. На самом деле давно не было Вормса, и я не помню управления. Таня, почему? И а каждую серию твои... Вормса он, по-моему, говорит одно и то же. А почему я снизу, слева? Илья! Скучную карту поставил. Я тоже случайно. Чей рыжик? Мой. Мам, кто я? Как пользоваться вообще этой игрой? Как пользоваться этой игрой? Как пользоваться игрой? А почему Киржаков, это у кого вообще? Давай подумаем. Асину, ты живешь в России. Что? Зачем ты не уткнул эту пизду? Я не знаю. Она на меня смотрит. Чё-то вы какие-то унылые. Ну пиздец, я желтенький, не забывайте, ребят. Кирдык, блядь, отличное имя. Отличное имя. Не трогай моего, я не знал, что это ты. Извини, но ты живешь в России, парень. Илья Барлав. Ну а хули, блин? Какой умный. Саня, если видишь красного, ты знаешь, что делать. Нет. А, нормально такая бригада. Так вот я об этом же. Как открыть меню? Полицейская академия. Это Глеб Самойлов вообще-то. Да, Глеб Самойлов. У вас все Самойловы, да, браты, да, Сухоруковы. Кто там у вас еще? Че, стократный? Гребенщиков какой-нибудь там. Да, вот полетел, не надо. Все на всех похожи. Не трогай моего, пожалуйста, тебя, Сань, прошу, я не приеду. Сань. Илюш, мы с тобой брат за брата. Брат за брата за основу взято. Только ты сейчас так положишь, что... Как обычно. Ты не дать... Ой, блядь, сейчас так облажаешься, долбоеб. Думаешь? Я знаю это. А че лучше тогда, с чего? А можно не подсказывать? Ты можешь? Там? Ладно, хорошо. Просто он не улетит от этого, например. Вот, лучше бы ты флешмоб сделал. Улетит. Я тебе гарантирую. Гарантии хуёвые у тебя. Ну, блять, хуёвые гарантии даем, ребят. Как у Samsung. Да ладно. Кто? Нет. Щербинин, ну я с тобой всегда был заодно. Вот видишь, как он подлизывается, подписчик. Он сначала к одному подлизался. Подписчика подлизывал? Потом к другому подлизал. Кто сейчас приблизился до Щербинина пальца вверх? Сейчас приблизился до Щербинина. Он может камеру управлять на YouTube? Так это новая функция 4.5D. Не трогай меня. Мучалкин. Не трогай меня. У тебя какой-то косоглазый червяк, не знаю. Нормально. Вот, лыбится. Я один сейчас приблизил на всю. Приблизь на всю. На них. Не надо, что это? Ну, звонит мамаша своей. Мамке сейчас позвонит. Сейчас, блядь, будет тебе. Куда ты пизданул-то, ёбнутый, что ли? Нихуя ты мелкий. Я запутался в управлении дебильном. Запутался и нажал А. А что так лагает? Классненько. Не знаю, Щербинин, наверное, контур возит. Щербин сделал сосуд. Сделал сосуд. Илюш. Блядь, лобаны, что ли, по ней сейчас? Блядь, подожди. Пизда вам, ребят. Пойдёшь ты? Так, а чё тут рядом? Дмитрий Анатольевич. Щербинин. Где, блядь? Это... Да это Щербинин уже не Щербинин. Да, иди ты вообще. А в ЦБ? У тебя нормально вообще имена тут? Что ты хуй? Спасибо. А, у нас же двое там. Нет, что. А почему ты? Что-то сейчас Щербинин скажет, что мы... Давай. Отлично. Прям как хотел. Красавец, братан. Сейчас все скажут, мы обижаем Щербинина. Да я не мог вынести с этой ракеты. А, ну хотя нет, мог, но не так эффективно. Там здесь просто никого нету, кроме моего. Случит и вводит. Щербинин. А, сейчас он сорвется и вылетит с сервера, ну ладно. Делаем свои ставки, господа. Да, кстати. Кто ставит на то, что Щербинин вылетит, ставьте. Щербинин вылетит в комментарии. Так, хули я сделать-то могу? А! Что? По-моему, это оптимальный вариант. Как? Щербинин, просим, ты живешь в России. Ну просто это реально оптимальный вариант. Так я и говорю, что у него просто червяк так стоит. Я просто не вижу других. Если бы ты сделал дырку в другом месте, я бы, собственно, туда и не стрелял, долбоёб. Нет. Красавчик. Грамотно сработано. Щербинин, ты тут хотя бы? Понятно. Ну вылетел, что ли? Да нет, он здесь сидит, но его здесь нет. Сейчас мы наблюдаем интересную картину, как Щербинин стоит. Как в очередной серии. Ага, понятно. Щербинин, ты нормальный? А я телепорты запретил, хуя. Щербинин. Короче, сломал микрофон. Или он нажал какой-нибудь бинт на микрофоне, я не знаю. Не еще Щербинин, тебя нихуя ножки не слышно. Мне, наверное, пришли, там палят, ходят. Может, он обиделся? Как мне двигаться, объясни, пожалуйста. Бля, нет, есть у меня, конечно, один вариант.
Телепорт? Не-не-не, сейчас я по-быстрому. Хова! Сейчас еще раз. Хова! А как вот тебя? Сука! Вот ты навелась, пиздарайся, маленькая. Рыжик минус 5. Классная, конечно, голубанул. Голубанул, да? Голубанул. А монетка что дает? Стельки? Деньги. Там лягушка, блядь, жаба, пиздец, на тебя пырится прям. Так, сейчас я такую хлопушку вам замучу. Там гипножаба, блядь, смотри, ее хуярит прям. О! Есть идея, есть икея. Пиздец, ее хуярит, блядь. Илюш. Я фамнела, блядь, не придумал, не знаю, что рисовать на фамнеле. Ребят, если фамнел говно, извините, я все еще бета-версия. Ветра нету. Ну и что тебе сказать? Ну, я не знаю, что делать. Блядь. Подожди, это мои? Ты звонишь? Ай, Киржаков попал. Угу, гениально. Ага, согласен. А, кстати, ну ладно. Был у меня один вариант, я бы тебе подсказал, но это будет против меня. Мог сделать эффективнее подсказку. Слышь, ты эффективный. Хе-хе-хе, 10 секунд. Советую поторопиться. А, иди в задницу. Но мог сделать эффективнее. Как? Там справа внизу чувак на бочке, как бы. Ну, понятно. Вообще, суперэффективность. Over 9000. Еще один сосуд. Заполняем карту сосудами, Байбулкин. Че-то первый щербинь долбанул. Если щербинь будет всю серию смешно, можно его кикнуть? Почему не кикнуть-то? Ну, хотя бы ходит. Ну, просто как бы он молчит. Ну, хотя бы оправдание написал. Щербинь, напиши в контакт хотя бы, что случилось. Не раз, как ты ему сказал. Напиши домашнее задание хотя бы. Что он булькает телефоном. Это у меня. Samsung же разблокировка. Я думал, щербинь намекает как-то. А сбукой Морзе, что ли? Да. Че, он ебется со своими червяками? Бля, ну охуеть, у него весело. Живи трезво. Он кого-то тянет время, знаете, как будто они сейчас вот уйдут через 10 секунд, то он сейчас пойдет играть на чем-то. Meteor vs. Strip Socks. Миром правит жажда власти, секса и чувства вот голода. Пчелкины, что ты делаешь, что ты воюет? Да, давай, еще одну дырку давай. Все-таки вы гениальные люди. Вот такие, блядь, гениальные, нахуй. Охуеешь. Ух ты, блин. Вот это охуеть просто. Две сиськи. Теперь я могу туда бомбу бросить. Спасибо, Щербинь. Как это тебя... Нет, вообще-то, да иди ты. О, фига ветер, сейчас как раз в тему могу шатать кое-кого. Ну ладно. А просто хочу сделать это красиво. А что это такое? Хотя это хуйня. Да. Но, блядь, зато это прикольно. А это что, кстати, подожди, что это за хуйня? Не дострельнешь, короче. Не, это я дострельну, просто это не так сильно снимет. Перестрельнешь что-то. Ладно, похуй, короче. Я знаю, что это мало снимет, но... Ты перестрельнешь или не дострельнешь? Перестрельну. Не рассчитаешь как-то. Ага. О. Да ладно. Ну это мало сняло. Щербинь, ты не обижаешься, то, что мы тебя бомбим? Нашел пизду. Нет, подожди. Илья, вот сказал, нашел пизду, ты не слышишь. Нет, подожди, Илья, скажи, в чем я виноват, что нету твоих червей? Да иди ты вообще. Поблизости. Иди в жопу. Так, что я могу сделать? Сейчас опять мы обидели Щербинина. Хе-хе! Да-да, вот реально, сейчас в комментариях опять будут из-за того, что Щербинин сейчас вот... Хе-хе! Типа не... Че, его нефиг? О, ну это дискриминация на самом деле. Так а потому что что делать-то? Драчить. Много хочешь? Заебаюсь этими бомбами, засуньте их все в задницу, честное слово. Они что-то мало дают? 33 всего, коровы? Я так же снял у него. Ой, господи. Ты потому что выбрал неинтересные локации. И червяков мало. Ты просто летний. Может крепости лучше, вот. Ну ладно. Хе-хе-хе. Сначала ты что-то смотришь вниз. Щербин, я хороший, меня не трогай, ладно? Пошел в жопу. Ты будешь... Он соседей будет сейчас нас посылать. Потом все напишут, что мы виноваты, потому что мы... Потому что он нас обзывает. Вот долбоебин-то, а. Такой еще, такой побитый, лыбится. Я ёбнулся, ребята. Я, блядь, упал. Давай. Че, это моя? А что там моя, блядь, делает? Ну, сука, Щербинь, блядь, да. Шаталкин его, слышь? Ага, Шаталкин, блядь, ага. Че, оружия мало? Да ты, блин, корова. Иди нахуй. Интонация, да? Иди нахуй. Че это такое? Это вот это что? Блин, долбоёб, первый раз играет в Worms. Щербинь, а чё ты вдыхаешь? Там эти две клеточки полторы даже. Реально снизу, я не могу ничего поделать. Я мог, конечно, твоего того левого 95 хп, который... Телепорт, чувак, телепорт. Чё? Ну иди нахуй. Серия называется «Иди нахуй». А чё монеты дают? Блядь, деньги, ещё раз тебе говорю.
Какие деньги? На них можно покупать оружие в магазине. Че, правда? Ага. Это для тех как раз, кто жалуется, что мало оружия. Так, а бутик? А как туда перейти? Нажать. Ух ты, ебать! Ага. Ты кто там упал, а? Это жаба. Чё-то нет ничего. Ну, видишь, блядь. Такие два снеговика, вот этот вот этот ранний снеговик такой, тут этот вот поменьше, конечно, равномерный какой-то. Больше на этот, на часы похоже, песочные. Да, Давай, мейте в домик в этот прям, стреляй, нахуй. Короче, блядь, опоздал. Куда ты опоздал-то, блядь? Куда ты будешь от хуевинки? Ах ты, сучка, да ты не попадешь нихуя, ты лох. Нихуя ты. Но промахнулся. Ну, таймер бы поставил, в принципе, побольше. Я не помню, кого отменять. Против лома. Сейчас он нас всех просто надерет, как пчелку. Щербинин. Да он опять заткнулся. Щербинин. Он опять сейчас придет, скажет, иди нахуй. Щербинин. Сейчас, ребят, 10 минут подождите, он вернется, скажет, иди нахуй. Потому что мы виноваты. Ну, конечно, блядь. Главное, меня. Ну, почему тебя? Интересно, что такое вообще? Ты ёбнутый, что ли, Щербинин? Телепортуется? Я что-то не пойму, я не увидел, что он взял. Он могущественного червяка показался. Я чувствую, сейчас будет весело. Ну да, пати хард. Нет, он долбоёб. Щербинин, ты гений. Не, ну, не, принципе. Ну, в принципе, да, но целился-то он не вызвал. А, он попал все-таки еще двум и другой. Че, давай гудбай, он сказал? Че там, давай гудбай, у тебя мычалки на это. Давай, до свидания. Давай гудбай. Я тут на бочке, блядь, мне нормально. Дмитрий Анатольевич? Медведев, подожди, меня Дмитрий Анатольевич, слышишь? Да хоть два. Там, блядь, какая-то рука есть. Щербинин, Щербинин, ответь срочно. Щербинин. Щербинин, опять ты начинаешь? Важно, касается хоть чего. Касается, твоей пизды касается, ёпта. Смотри, ты хочешь его дискриминировать. Ух. Я везучий человек. Да тут теперь не до этого. Да блять, заткнись нахуй. Щербинин! Сейчас я поебусь тут. Ну, блять, побитый долбоёб. Ладушки. Да мы реально Щербинин сейчас получается, что... Да блин, да иди. Надо перезаписывать, короче. Ага. Ну потому что опять сейчас начнется эта фигня. Ага. Ну что, нет что ли? Щербинин! Сучка. Сколько не снялось? Да не важно, сколько снялось, я хотел его скинуть, а он не долетел. Ну ладно. Сейчас бомба взорвет. Бомба. В смысле, бомб, ящик. Вот почему ящик там. Ладно, все, Щербинина больше не трогай. Щербинин. Чего молчит? Я не знаю, он обиделся, наверное. Да нет, он не обиделся, он не обижается. Я не знаю, что случилось. У него вот именно, что он не обижается, а сам. Него вот, нет, вот что я сейчас могу сделать? Объясни мне, пожалуйста. Вот реально, что я сейчас должен. Вынеси я... пчелки, на что ты тупишься? Нет, так понятно, но это же будет как. Мы же Щербинина обижаем. А, пчелки? А, ну да. Ну и что вот я сейчас буду делать? Ну, блядь, скажи мне, бери таранец. Таранец? Ладно, блядь. Не, если ты сейчас будешь так просто, ну, не легче вылететь через дырку, которую сам же ты сделал. Ладушки, тут ты сейчас облажаешься, пока. Ладно, нет. Ты ежика не трогай, а там, кстати, блядь, ты можешь его очень элегантно вынести, кстати. Элегантно. Ну как вынести? Ты можешь вынести Щербинин на меня потом. Ну ладно, я не буду советовать, просто я бы так. Пошел ты. Я Щербинин не трогаю, он хороший. Глупо. Так, глупо. А что делать-то потом? Глупо. Давай, ёбнись, давай, все правильно. Угу. Вот, ты сделал то, что я хотел, чтобы ты сделал меня со мной. Пальчиком меня туда подвинул. А сейчас останусь там. Вот, отлично. Я хотел тебе, ну я не стал тебе открыто говорить, я думал, не, что... Не, ну я зато, нет, ну, будем считать, что я... думал, что ты пальчиком меня толкнешь в эту дырку и столкнешь к Щербинину. Я хотел Щербинину помочь, ну чтобы не было так... Ну помог, что? Вот ему теперь есть кого выносить. Давай, нет, Щербинин, действуй. Я и говорю, что красавчик. Я и говорю, Щербинину помог. У тебя там я... с этой, с топором. Чё ты таишься? Ты застрял. Он не застрял. Он застрял, он двигался, я видел. Он пытался двигаться и вылезти, его, походу, зажало между бомбой и тобой. Не смог выбраться. Камикадзе. Ну чё, Щербинин, ты погиб достойно. Я тебе серьезно говорю, серьезно тебе говорю. А только вот я теперь, блин, нафига я жертвовал собой ради Щербинина? Чтоб он облажался. Ну это уже судьба, это уже судьба. Так что... Чего судьба? Почему судьба-то? Алло! Ну что, он облажался, это судьба. Так почему ты... А чё, наверное, не? Чё ты творишь-то? Гигантофил. Чё там? Ой, чё такое? Написано супербомба, но я не вижу ничего крутого здесь.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Слишком страшно. Я улыбаюсь. Сейчас сам облажаюсь, не переживай. Бам. Уйди от меня! Здорово. Сука, прям на голову приземлился, смотри. Хачи ты качи. Ты еще, у меня тайм-код напишите сейчас. Кто это видел, тайм-код? Так. Так, давай, сейчас опять скажешь. У меня кроме чербина носить некого здесь сейчас. Так чербин. Тут одни чербины везде, вот тут, везде. Вот, тут да, самый чербин, слева чербин. Вон. Он вообще вовремя приходит. Куда? Он здесь только что говорил, если что. Чего? Ой, все, заткнись. Просим, ты живешь в России, как бы сказал сейчас Сергей. Короче, не знаю, насколько... С пятого раза эта шутка уже звучит уже не смешно. Хватит выносить жабу, ты заебал жабу, а тебе что сделал? Охуенный ход, просто пиздец нахуй. Вот потом он жалуется, он тут бы не умеет играть и сидит, тянет время. На прыгалках было написано, ебало, что правда. На прыгалках попрыгай. На курилках? Так ты спрятался, карта говно, как жизнь моя. Ты понимаешь, ты мог нормально что-нибудь взять? От? Е... Бися. А зачем тебе нужен гаечный ключ? Чё, какой ключ? Что-то новое. Можно гаечным ключом хуячить. Нормальненько. Ты блядь, открыл, я думал, это у меня вызов хуйни. Да что если Android себе в задницу в киткат? Я тебя убью сейчас. Нет. Но задел я тебя прилично. Мне кажется, это выпуск очевидно реальный. Очевидно реальный. Ну как гонка в GTA? При чем тут это? Слушай, я вас там деру обычно постоянно. Иди отсюда. Угу. Надо, блять, долбоёб, ты можешь просто вот не выёбываться. Возьми веревку, поднимись наверх, используй ранец, используй телепорт. Ты сейчас просто сидишь, пропускаешь ходы, жалуешься, что тебе некого выносить. Какие ходы пропускаешь? Я разбираюсь, как выбрать червяка использовать. Я не помню, как ты сейчас потратишь все использования, там их всего три, по-моему, ты уже третий используешь. Тихо. Молодец, потратил три, сколько там еще у тебя? Ну, четыре. О! И как же? Игрик. Логично. За это залубу мне дорого. У меня аж глаз задергался. Давай, ты вот эту минусик красную в задницу запихни. Ты даже нашел моего червяка, но ему не хватает мозгов нормально отпердолить. Ты потрясающе нашел. Столько оружия там просто. Он сидит гаечным ключом от пиздоли. Вот это ты нашел, вот это прям суши, блядь, пиздец, оригинальность. Только меня здесь не заденет? Я сейчас в дырочку, наверное, попаду, кстати, слева. Надеюсь. Давай, 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 крас... блин, почти. А я еще жив остался. Э, а чё? Ёбнутый. Ну, ты встал просто рядом. Чокнутый! Кто помнит, пальцы вверх. Это откуда? Из Worms. Неожиданно, правда? Вообще прям... Неожиданность number one. Ой, хорош. Я не буду оригинальничать. Не надо. Смотри, сейчас она пройдет в миллиметре от моего. Смотри, я мастер, я просто, блядь, сейчас... О, опа, видел? Не надо. Ну ты сдолбал. Давай, последний, короче, червяк, понятно, остался. У меня есть шанс по-любому. Не, у тебя есть шанс. Закопаешься внизу и... А? Устроили дискриминацию. Сначала против Щербин, потом против меня. Да-да, дискриминация против тебя. Ты не играешь, а и вноешь. Ветер заебу ушел. Че? Дискриминейшн. Ебо. А, кстати, там в Инстаграме просили. Хаос! В Инстаграме там говорили мне в комментариях, что я знаю, про что он будет рассказывать в следующей серии GTA Online. Я сегодня приперся на пару, не про расписание, я молодец, я знаю. Че? Приперся сегодня на пару, которой не было. Ну давай, короче, удачи. Она у другой группы. Нихуя, он немножко по-другому работает, как в прошлых частях. Дмитрий Анатольевич, не трожь! Вот этот фартило. Ёбаный осёл. Чё, айсволочь? Да, ёбаный осёл очень похож на айсволочь, серьёзно. Прям один в один звучит. Перепутать просто невозможно. Трогай только пакетики. Ой, блядь, побитый мой друг. Предлагаю тебе уравнять счёт, и чтобы мы вдвоём воевали. Бабовы ваши? Убейся. Ага. У меня должен быть план Б. Да хоть С. Ага, давай, правильно. Еще режим вода, что ли? Хуя. Режим хуя. Ну знаешь? Не знаешь. Ты погиб. Малогиб. Нет, малогиб это другой.
Кстати, ребят, развязка вас ждет очень неожиданная. Извини, ты ждешь в России. Нажать, что ли, это F4, чтобы не сдаваться? Да не достанешься, долбоёб, с первого выстрела уж точно. И хп. Сука, нет! Блять, педик, Элон не достанет. Ах ты, сучка, откуда ты узнал, что она потратит 3 хп? Чё? Откуда ты узнал, что она потратит 3 хп? Блять, сила. Как будем воевать? Мне кажется, я не ожидал, кстати, такой развязки. Со своим ослом, блядь, в жопу себе по волушку запихнул, блядь. Ты сдавал своей сволочь. Охуеть, веселый, блядь, нашел. Веселая маршрутка? Ха-ха. Не смеяться. Слышь, давай как-нибудь порешаемся. Предлагаю строить. Хуеть. Так, ладно. А, блядь, пизда. Есть вариант. Ага. Пизда тебе. Ты чё, блядь? Что за хуйня? Чё за... И чё он даёт? Мне охуительный там. Там атмосферка такая интимная. Чё он даёт-то, е? И откуда я знаю? Особняк? А, особняк. Особняк, блядь. Овцебик. Овцебик? Овцебик, блядь. Бибик. Извини, но ты... Лошара. Да давай кинем водичку себе под голову. Это что такое? Это телещит, что ли? Не знаю, стоп, что? Угу. Красивый презерватив. Она очень поможет. Да, нахуительно поможет. Ты долго будешь тратить все свое оружие на пустую хуйню или нет? Пошел отсюда. Звонишь? Корешам своим? Тебе. Да вот тебе вот. Это глупо. Глупо. Голубок, держи. Сейчас из них две попадут куда-нибудь. Ага. Три? Ух ты! Хорош. Сколько тебе защиты дало? Ты понимаешь, что она вообще ничего не снимает? В смысле? Нахуя она нужна, если она что-то снимает? Ты чё, хуел, что ли? Ну хули. Ты чё, блядь, Питер, а? Блядь, ну и смысл... Ну нормальный! Нормальный! Урод. Давай так будем играть. Нет, ну ты уже нечестный, блин. Я думал, она хотя бы хоть... Ну пиздуй. Синий нечестный! Нечестный, наверное. О, блядь! Сука, Щербинин, я тебя убью! Ёбаный Щербинин, я забыл про неё вообще. Ну, это вон твоя. Все, мне пизда. Да, моя красная. Угу. Вот сейчас бы мне эту хрень. Хрень. Стоп, это что такое? Это же не то. Дай вот ты мне... сучка, блядь, Щербинин. Вот сидит, стоп! Ничего не делает, а я уже умираю все равно. Чтоб ты сдох. Нажми хоть что-нибудь, пожалуйста, ну раз. Ну все, сейчас попаду в дырку и в воду. Спасибо, Сань. Ну, вот она и концовка. Ёбаный Щербинчик. А, стоп. Ой, блядь. Ну, сейчас еще Щербининская пушка меня добьет. Кстати, да. Я тебя люблю, Щербин. А еще долбоёб, кстати. Просто, это гениальный ход, воистину, просто. Серьезно. Долго думал? Пошел. Главное, долго целился. Такой шанс был меня вынести, ты мог спокойно пешком ко мне подойти и отвердулить. Ты видел, настроение? Ты понял, как мне повезло просто? Да, братан. Уйди. Это ш... он... Не, шериф на то и шериф. Не, это... ну я могу растянуть время, но я не буду. И так толпы серия. А что ты будешь делать? Тут у тебя нечему. Крыть. Карту убери. Что такое? Чего? Я обожгусь, но... Мне везет. Кому кажется, что мне везет, я везучий парень. Я хотел в них закопаться просто. Я бы растянул время, и может быть у меня даже был бы шанс. Есть миллионы. Вот, вот сейчас просто. У меня мяч, смотри, бейсбольный, посмотри, смотри, смотри. Точнее, американского футбола. У тебя ракет с этих немного, нет? Я купил как раз одну, вот мне повезло. Повезло, что купил? Я хотел за оружием слетать, но... За Рубином? Мамка запретила. Ты издеваешься? Чё? Я клянусь, я ничего не делал. Я клянусь вам, я ничего не делал. Я серьезно вам говорю. Я вам серьезно говорю. Что было? Произошло отвлечение от сервера, возвращаемся в главное меню. Я ничего не делал. Вот на этом мы, собственно, и закончили. Подожди, сейчас я скажу, что было после этого. Я упал вниз. Пальцем, у тебя, ты оказался внизу, у тебя 60 хп. Ну вот, собственно, на этом мы закончим. Я не знал, что так закончится. По хп у меня больше выходит. Сервера Вормса в очередной раз дают нам поиграть. Сейчас, ну, спасибо за просмотр. И не надо писать, что мы Щербин. Щербин, вернись, скажи, что все хорошо. Щербин! Щербин, напоследок, попро... Угу.
Понятно. Всем пока!